Моральная деградация. Не перевернется свет, пока разврат не станет открытым. Умножение прелюбодеяний и измен – одно из знамений судного дня. Мужчины уподобятся женщинам, а женщины станут похожи на мужчин. Моральные принципы и ценности являются самым важным элементом нравственного здоровья общества, сплачивающий и укрепляющий человеческие связи в самых идеальных формах взаимоотношений. Однако время, в котором мы живем, свидетельствует о серьезной опасности здоровью и социальному устройству нации. Речь идет о деградации моральных и нравственных ценностей, ведущих общество к катастрофе. Резкий рост гомосексуализма. Распространение проституции, внебрачных половых связей, преступлений на сексуальной почве, открытая порнография, пропаганда насилия и резкое увеличение венерических заболеваний. Заставляет задуматься стремительное распространение гомосексуализма. Правительства ряда стран официально легализовали заключение однополых браков, предоставляют подобным парам все социальные права, вытекающие из института брака, создаются целые партии из их сторонников по всему миру. Последователи этой извращенной идеи, уже не скрываясь, выступают против всех религиозных заповедей, объявив войну духовным и религиозным ценностям веры. Стремительное распространение извращенных половых связей, о которых говорилось в хадисах пророка 14 веков тому назад, достигли самых крайних, омерзительных форм именно в наши дни. Хадисы сообщают нам, что время, когда извращенные богомерзкие связи между людьми станут нормой жизни, будет являться одним из явных знамений приближения конца света. Когда мужчины будут удовлетворяться мужчинами, а женщины – женщинами, близок будет судный день.